Нет, гром. Ну что, мои хорошие? Все, давай. Нормально? Да. Нафига на полу-то валяться? Посмотри, оно и так было коричневое, какое-то беленькое такое. Всем привет. Всем привет. У нас какая-то канифоль. Давай, приятного аппетита тебе. Я шаурма. Шаурма? Только меня и пожарили. Не пожарили. Не слава богу. Дай еще. Не надо тебя жарить. Давай, вставай. Посмотри, вся мусор какой-то. Блин. Не жалко ее. Смотри, какая хорошая, тепленькая. Можешь свою подушку надеть? Давай. Одевала? А? Одевала? Что? Подушку под раз. Ты спрашиваешь, конечно. Никогда. Я шучу, одевала, естественно. Ты спрашиваешь, что проход чакру. Не знаю, что-то песню заела. Ну, а ты первым дном кровешь, что? Да? Вроде камень по голове. Да я не могу засунуть. Ты увидишь, как у тебя хорошо влезет. У меня... Входит и выходит. Я не могу. Понял? Смотри-ка, чё? Учись, ёптих. Учись, я не знаю. Завтра вкуса! Давай, все. Не поднимай. Свою заднюю точку. Ягодку. Попку, ягодку. Где? Так. Что же выбрать? Ой, ромашки. Что там мне? Вау, какая красивая. Там у меня наволочка лежала в избушке до этого. Вместе с наволочкой. А, как? Под одеяльник. Ну, нет? Там все лежало. Там у меня был сделан. А помнишь, это... Дочь индейцы, где я у тебя постельное белье забрала? Я это помню, кстати, когда я у тебя белье забрала. Какое белье куда забрала? Постельное белье, сам говорил, белье, дочь китайца. Индейца? Китайца. А, индейца. Дочь китайца, это Зубарев. Да? Скорее. Такие. Убили. Я не слышал. Ну, я слышал, что такое бум. Так я не знаю, ну, нет, мне на шаги не похоже. Так вот ты задеваешь эту штуку. Нет, а также стоял вот здесь, бился. И ногой задевал эту штуку. Я не задевала. И как будто бум-бум-бум. Я не задевала. Я так вот стояла и расчесывалась. Ну-ка, смотри. Видишь, она как? Так я же ее не трогала, так стояла. Я тоже думал, что ее не задевали. Вот что, нормальная расческа? Нравится? Пояс, видишь, я. Пошли в Киров. Прикинь, как слышно. Пошли в Киров. Поехали. Одевай кроссовки кировские, ходунки, чтобы сразу пешком туда идти. Это какие? У меня такие есть. Да? Вот, спроги, чтобы по грязи идти еще. 300 километров нам идти. Сейчас я сделаю тебе причесон. Хлебать, какой я красивый сейчас буду. Только я на ты мне, по-моему, свои волосы по моей голове размазываешь. Да? Да. Закали. Не надо было бы делать так.
Нет, я вот они так. До сих пор мне в глаза лезут. Мне кажется, тебе надо... Это что, перхоть уже? Уже. Не 40 лет. Знаешь что? У тебя тут перхоть и жопу лежу. Доброе утро. И от меня тоже всем доброе утро. Проснулся рано, не спится нифига. Я на позднее проснулся. Ну сейчас уже все. Полноценное утро. Так что как мы сегодняшний день будем проводить, я пока еще не знаю. И сколько у нас времени есть в запасе на двоих, мы тоже еще пока не знаем. Так что разберемся потихоньку, чем будем день занимать. Надо что-то чай попить, позавтракать. Это кто такое? Это кто такое? Заходи, но это последний раз. На улице подморозило, не сильно грязно. Чего? Кто там? Все свои. Куда пошла-то? Жалуешься что-то? Чего? А? Скучно. Друзья, ну и хотел бы сказать отдельное спасибо за донаты Денису Валерьевичу и Виталию Викторовичу. Это отдельное спасибо. Ну и всем спасибо, кто смотрит вообще, и лайки ставит, комментирует что-то. Я еще раз говорю, что комментарии не всегда пролетают, я не знаю почему, но YouTube это делает сам, это не от меня зависит. То есть иногда ограничивают комментарии абсолютно все. Так, и по поводу... Кто мне в комментариях писал неоднократно в последнее время, иди работай, как тебе не стыдно. Друзья, работаю, не покладая рук и не моя ног. Шутка. Но тем не менее, я нормально работаю, стараюсь как могу. Это во-первых. Во-вторых, некоторые люди просто думают, что я на донатах офигеть, как сколько зарабатываю. Так это все полнейшая чепуха. То есть там, ну, в рублях, но это копейки. Поверьте мне. То есть, если вы думаете, что я живу за счет чего-то, за счет каких-то чужих людей, которые мне деньги переводят, полная шляпа. Как доказать? Да никак. Я не собираюсь вам это доказывать. Просто люди, которые донатят, знают, сколько они донатят, и то, что это не крупные суммы, но тем не менее помогающие. Так оно и есть. Завтрак. Итак, мы на прогулку, да, с утра пораньше. Вот смотрите, я что заметил, нельзя детей с утра учить в школе. Они не в настроении, а вечером видели, что исполняют. Там такое настроение, надо с вечера учить. Он идет, смотрите, ничего не хочу, туда не пойду. А с вечера скакать начнет как олень. Вот как она. Иху. Подожди. Друзья, мы сходили, прогулялись. Не ложи, чупа-чуп, тут вот липкое все. Сходили, прогулялись. Поболтались. Обзор будет. А? Обзор сейчас будет. Портфеля моего. Только попозже. Только попозже. Да. А, у меня сейчас будет одно дело. Звонок у него вот сейчас.
И что мы сделали? И будем, будем играть в карты. И карты будем играть. А потом, потом пару минут папа пойдет за бич-пакетами. Бич-пакетами пойдет. Папа варит макароны, сосиски, а ходит потом за бич-пакетами. Ну, это вчера объяснял. Папа в шоке до сих пор еще от этого сам. Нафига если варю, если детям надо бич-пакеты. Смотри, сам сказал. Чё, бич-пакеты что-то не взяли. Тебе на камеру так видно. Камера, мотор, не знаю. Посмотрим. Снимаешь? Да. Угу. Так. Торт, я не знаю, раздавил. Ты на нем сидела? Да, не знаю, раздавил. Майонез. Торт трюфельный. Тихо, 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 ну, тихо, вот тихо, я говорю, тихо, тихо, тихо. А, 4 бокса. Он иначе был тяжелый, сейчас что-то такой легкий. Чипсы. Киабятия. И сок. Я не знаю, может, что тут есть. Это кажется, что там что-то есть. А там нифига нет. Нет. Кое-что. Это уже мы не покупали. Это уже нельзя. Надо все. Ничего нет? Кошелек? Все. 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 Значит, все. Купла закончена. Ничего нет. Остальное все съела по дороге. А ты... Понял? Чего? По дороге. Ну и чё? Ничего! Я свой выпил, ты свой выпьешь сейчас. Много. Бокс, а 4. Вот бумага. Блин, как же тебе открыть? Так ломай, рви там, не знаю, что. Во. Мне не охота такую красивую коробочку. Блин, какую-то фигню купили. Мармелад. Лучше такая ее. Так. На 4 штука какая-то. И что-то еще нет. Значок со 4. И брелок со 4. Все, классно даже. Я могу подруге подарить это. Она фанатка. Такая, держи. Ага. Подарю. Себе заберу. И дыши. И все. Пусто. Ну, и... тоже это самое. Раскрутиться я... в блогерстве и как А4 делать всякую шляпу, продавать. О, давайте продегустируем мармелад. Давай без камеры продегустируешь. Что там снимать? Ахарлая. Вчера придумали новую игру в карту. Надо угадывать карту. С одной стороны, кажется, фигня какая-то неинтересна. С другой стороны, попробуйте, поиграйте. Там надо запоминать, какие карты ушли, какие не ушли. Поначалу это все идет как бы так. Это интересно. Короче говоря, угадываешь масть, говоришь масть и... Кто там, как назвать-то их? Дама, король, допустим. Если ты угадываешь, допустим, целиком карту, это 3 очка, и отдельно ложишь. Если ты угадываешь просто масть, ты ложишь себе. Если, допустим, я угадываю масть, и Яна угадывает масть, это в нейтральную сторону, значит, никто не угадал. Если полностью не угадывал, никто не все в отдельную кучу. А, если ты прям полностью угадал, надо, тогда уже 3 балла. 3 балла, да. Если ты, допустим, я угадываю масть, либо там король даму или что-нибудь, а ты ничего не угадываешь, я ложу себе это просто одно очко. Если полностью угадываешь, 3 очка. Короче говоря, давай для профилактики. Просто покажем, как это делается. 6 крести. 7 вини. Я крести угадала. Крести угадала, она карту забирает себе, у нее 1 балл. Ой. Сейчас надо запоминать, какие карты ушли, какие не ушли. Там будет проще играть.
И в принципе можно одной мастью давить. Ты как минимум 12 баллов заработаешь. Любую карту. А, сколько там, подожди, что-то дофига сказал. 36 на 4, сколько будет? Плохо с математиками. Давай. Ну. Ладно. 10 червей. Дама виней. Ну давай тут. Виней я угадал. Очень смешно. Ну тоже одна. Валет, крейс. Не-не-не. Буби. Я хотел его сказать. Да? Да. Давай я скажу валет крести тогда. Оба угадали вольта, только мастер не угадали никто. Видите, как было. Так, запоминать на карты, так лучше будет играть, какие ушли, какие нет. Это уже сюда. Да. Ну, короче, мы итоги игры покажем, но суть поняли. Да? По-моему, интересно. Тем более с детьми если играть. Карта так, ну, какая игра не особо азартная. Закончилась. Но уже. Зато мозгами наши видеть. Закончилась. Но у тебя еще сок есть где-то. Где? Где-то была бутылка, но где она? Мне кажется, я реально выиграла. Да тут без споров. Смотрите, друзья, это мы угадываем. Допустим, сейчас последняя была, я угадал семерку, а ты говорила что-то червей, да. И, короче, это в кучку выражаю отдельно. Это карты, которые мы полностью не угадали. А вот карты, которые угадал я. То есть, либо масть. Смотри-ка, на меня, один вини. Ничего себе. Либо масть, либо как статус карты, я не знаю, как объяснить. То есть, либо угадал там шестерку, сказал. А я на вот. Угадал. 19. 19-3. Проиграл я. Причем, знаете, смотрите, это шулер малолетний. Ладно, вот это она выиграла, все честно. А вот эту карту она знала. Она знала, что... Знаете, как она знала ее? Вот уголок. Вот видно? Ну-ка, покажи, ну-ка, дай мне. Да. Я ни одну карту. Я ему раскрыла. Я ни одну карту не спалил. Я только эту знал, по-моему, что она семерка. Лопнутая. Только не помню, какая. Я где семерку в ней просрал? А вот она. Почему? Так. Ну ладно. То есть надо думать и запоминать карты. Какие ушли. Ну это тяжело. Когда сидишь, общаешься, еще музыка играет. 16. Да ты чисто эти меня вынесла. Не говоря про эту. Я эти угадаю масти. Угу. Я. Правильно я тебе. Молодец, поздравляю. Нормально, потом вместе с собой вытрется. Я говорила, что мама его взяла. Ну хорошо, красиво. Давай, это правильно. Это открывай. Да японские покемоны у нас сейчас путилось. Знаешь, такие средние велики? Не знаю. Вот такие средние. Угу. Вот мне такой надо. А так-то он уже маленький. Угу. Первоклассник. А так, друзья, мы все, мы домой возвращаемся. Да? Домой в космос, а я потом домой пойду. Угу. И ты к себе домой придешь. Отдохнула маленько у меня, да? Погостила. Угу. Слава богу, что выходной был, так бы я не погостила. Вот. Сейчас когда придешь ты? А? Когда я сказала, придешь ко мне? В пятницу после уроков на две ночи. Точно, точно? Точно, точно. А ты? Она на две ночи, мне кажется. Дай-да! Ты дура, блин, или что? Я? Собака? Кто? Ты ставишь, пока-пока. Скажу.
Говори. Я вообще тут клявая. Я сейчас лежала, хотела поспать. Время немало было, не поспала. А он поспал. Да, знаешь, подремал, так... маленько полежал. А я нет. Фу, как будто автомат тряхтит меня. Ну что, пока-пока. Пока-пока. Друзья, всем здравствуйте. Очередной раз. В данный момент нахожусь на работе. Уже ночь. И только завтра в 7 часов утра я смогу отсюда уйти. Ну, уже как бы подвык. Но все равно вот это вот. Спишь то днем чуть-чуть, то ночью побольше. То вообще не спишь. Вот это вот хреновастенько. Что хотел объяснить завтра. Яна обещала прийти на другое суток. Но есть там небольшое «но». Мама ее не отпускает почему-то. Ну, это такая тема интересная, вот таки. Чем больше ребенку выхода ко мне, тем больше мама ее это не разрешает делать. Так что, не знаю. Надеюсь, все обойдется и как бы... Ну, если Яна не удастся договориться, то придется включаться мне. Я не вижу смысла не отпускать ребенка, если ему хочется идти ко мне на выходные. То есть мы там ничего такого противозаконного не делаем. И охота быть у меня. Регулярно, постоянно. Так, этот ролик я буду заканчивать, но не сейчас. Я, может, что-то еще поснимаю, как бы, конец. Домой как-то. Ну, короче говоря, до прихода Яны. Видите, какая ситуация. Я раньше снимал много того, что как-то готовил дома, как жил там один, прибирался, что-то делал. А сейчас много роликов благодаря Яне выходит. То есть, пока она у меня, мы снимаем ролики по ее идеологии. Ей нравится эта штука. То есть, ей интересно, сколько у меня подписчиков. Интересно. Ну, дети. А меня как бы это мало интересует. Я бы, возможно, и снимать бы не стал, но она все равно попросит, сказать, давай пока ролики снимать. И чем больше для нее она считает, тем лучше. Ну, как бы я сам понимаю, то что раз посмотрят, кому-то зайдет, два посмотрят, кому-то зайдет. А потом это все-таки надоест. Еще раз объяснюсь про комментарии на YouTube. Я пытаюсь их вернуть, но они автоматически удаляются обратно. То есть блокируются комментарии. Не понимаю почему. Может быть то, что видео снимаешь с ребенком. Ну а что такого? Раньше снимал, ничего не было такого, то что комментарии запрещено писать. Почему запрещают комментарии писать? Понятия не имею. Так что, друзья, если кому есть желание, оставляйте комментарии на моем канале Дзен. Там можно все, в принципе, комментарии оставлять. Ну, естественно, без мата, без оскорблений. Так что, ну, в целом, на Дзен давно пора переходить, то есть YouTube. Да для меня вообще как бы, что YouTube, что Дзен. Я сейчас ролики снимаю так, чтобы время отвлечься как-то. И то, сейчас у меня, видите, Яна хочет проводить много времени со мной. И как бы, знаете, для меня это... Я раньше ролики снимал, у меня не было возможности ее там часто с собой себе домой брать. Сейчас у меня возможность есть. А раньше ролики снимал для того, чтобы отвлечься, то есть разговаривал с вами. Ну, заодно и с вами разговаривал. Ну, показывал, как мы с ней время проводим. Короче говоря, ролик скоро закончится, скорее всего. Но тем не менее, давайте. Пока не прощаемся. Просто объяснился. На данный момент, что происходит. Полисмену. Возвращаюсь домой. Сейчас меня интересует, есть дома сюрприз или нет дома сюрприза. Но если есть, покажу. Просто вчера, если мужичок разобрался, сейчас покажу, короче. Нет. Водила вчера у нас поехал с горбулем. Говорит, не нужен, мне в принципе не нужен. Я говорю, если что, так завози мне. А тут меня бывает машины оставляют вдоль забора.
видимо, было занято. И пришлось ему мимо увез на себе домой. Ладно, в следующий раз привезу. Так, друзья, мне надо срочно спать. Потому что надо спать когда-то. В любой момент. Ну, там, не в любой момент, но... Не знаю, сколько урока сегодня у Яны. Как позвонит, так и все. Выспался, значит, я. Так что не будем тянуть время. Будем спать. Ну и ролик на этом заканчиваем. А потом начнем новый. Всем пока, до скорых встреч, увидимся.